Дядя Тиран никак не угомонится. Прям бессмертная машина для убийства. Терминатор. Можно, конечно, карточку использовать. Я так не умею. Ну чё ж, двигаемся. Я не знаю, куда мы сейчас двигаемся, но мы идем. Хорошо, что у нас есть напарник. Она-то знает, куда идти. Там уже по радио, что ли, передают о G-вирусе? Well, what exactly are you looking for? А, она прослушала диктофон. Она диктофон прослушала, я думаю, что она делает. Затупил что-то немножко. Амбрелла. Счастливая семья. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Здесь у нас синяя территория и ничего нету. Значит, обыскивать ее и смысла нет. Длинный ствол для дробовика. Можно его проапгрейдить. Но дробовик я с собой не взял. Что она тут увидела? В магазине оружия больше ничего нет. Уже разграбить успели. Right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Okay. Okay. Those fucking things outside. Look what they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out.
Whatever it takes to save this city. Count me in. Так. Что-то случилось там, за этой дверью. Узнать мы этого никогда не сможем. Кстати, анонсировали DLC. Вы слышали о Umbrella Corporation? Это фармацевтическая компания, скрытно анонсировали DLC, где можно будет поиграть за этого мужика и узнать, что случилось с ним. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Так, значит, Ада сейчас рассказывает про Аннет Биркин. Она якобы выпустила вирус и может нам пролить свет на то, что происходит здесь. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Ну, погнали в канализацию. Значит, ищем Аннет Биркин, и она расскажет нам о вирусе. Что здесь произошло? Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Здесь что-то есть. Значит, Umbrella под землей построила лабораторию. И об этом известно властям города, потому что корпорация Umbrella слишком крупная. Точнее, не слишком крупная, а очень крупная. И смогла купить влиятельных. Вот тут патрон оставил. Смогла купить влиятельных людей города. Поэтому они позволили. Смотрите. Они позволили построить лабораторию прямо под городом. Ну, как мы можем догадаться, один из таких влиятельных людей это шеф полицейского участка, потому что... Потому что секретные ходы без его ведома, конечно же, не могли бы быть построены в полицейском участке. Пока что мы не можем об этом догадаться. Единственное, что, о чем мы можем догадаться, это то, что шеф спятивший. Back, no chance. You're stuck with me to the end. Он оставил ту записочку, где он пытал... где он пытал копов в своем... в этой клетке-то. Где там взрывчатку установил и заставлял их драться между собой. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Ну что ж, надо теперь бежать. И не ошибиться. Уворачиваться от этой пасти. Он большой, но относительно медленный. Сначала нужно влево двигаться. Затем вправо. Затем снова влево. Последний раз увернуться очень трудно. Flammable gas.
Огнеопасно, типа, огнеопасно написано. Смотрите, вот здесь был енот. Здесь был енот, его можно было уничтожить. Я его уже убил. Теперь у меня плюс один енот, плюс один убитый енот в коллекцию. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Довольно быстро она добежала, да? Ну, хотя... You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Теперь мы знаем, что еще и животные превращаются в монстров. Ну, она довольно... Она идет, как будто бы знает, куда идет. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Теперь мы знаем, что Аннет создает вирусы, которые создают, в свою очередь, таких монстров. И эти вирусы покупает кто угодно вообще. Как такое могло допустить правительство, не совсем ясно. Так, здесь у нас ничего нет. Печатная машинка. И нифига, двигаемся дальше. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. It's not on her. It must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Так. Так. You can run, Annette, but you can't hide. Значит, мы теперь знаем, что Ада работает не одна. С кем-то она по рации общается. И сообщили, что вируса у Аннет нет. Визуализатор МП. Используйте визуализатор МП, чтобы найти провода и взломать электронное оборудование. It's secret weapon time. Значит, вируса у Аннет нет. Так, и мы можем взламывать электронные приборы удаленно с помощью вот этой вот хреновины. Можно подать электричество на вентилятор и взорвать его. Так, еще кто-то по рации сообщил, что вирус находится в медальоне. То есть это стоит запомнить. Возможно, информация пригодится в будущем.
изи-бризи спускаемся вниз. Естественно, здесь зомбоящер. Надо обезопасить территорию. Офигеть, все патроны потратил. И прочитать записочку. Сентябрьский осмотр, неделя 1. Направил запрос еще на прошлой неделе. Но нам просто необходимо получить новый ID-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. Короче, у моей команды до сих пор нет доступа к месту проведения работ, так что пусть кто-нибудь только попробует обвинить нас в том, что мы задерживаем сроки. ID-браслет. Который позволяет, дает доступ к определенным участкам комплекса. В этой комнате больше ничего нет. Нам нужно открыть дверь электронную. Мы видим провод. И он идет вот сюда. Перенаправляем. Электричество. Так, что-то мы выключили щиток, по-моему. Так, дверь открылась. Давайте обследуем эту комнату. Есть патроны. Пригодятся. Лифт. На нем, значит, можно подняться наверх. Мистер зомби ползет. Такс. Все, теперь он не такой уж быстрый. Можно двигаться дальше. Значит, где-то щиток, который управляет этим лифтом. Такс, там тетя лежит. Идем дальше. Все, минус нога. Осталось 6 патронов. А вот и щиток. Оп. У нас электричество есть. Мы видим, что там загорелось зеленым. Здесь лежит флешка и патроны. Все, теперь синим горит. Значит, можно сваливать. Мы забрали все, что можно. Опа, как она хорошо застояла, а? Я чуть не попался. Так, с этого мы обойдем. Не будем ничего на него тратить. Мы этого, я не знаю. Теперь пора бежать. Опасен. Не хотелось бы, чтобы меня кто-то укусил. Там очень не хочу получить ранение. Все, поехали вверх. А вот Аннет. Все, она что-то не видит меня, что ли? Так. И тут мистер Икс подъехал. Так, а где у нас щиток? Вот он. Отлично. Один щиток мы нашли. Блин, жаль, эту дверь закрыть нельзя. Так, здесь у нас патроны были. Вроде бы больше ничего нет. Где этот дядя? Видите, у нас есть флешка. Правильно? Давай, дядя. По крайней мере, у него есть глаза. У-у-у, да он туповат. Опа! Успел. Не знаю, где он там находится, но и хрен с ним. Правильно? Здесь у нас ничего нет. Двигаемся дальше. Мы практически добрались до Аннет. Снова печатная машинка. Если посмотреть вот сюда, вот в этот уголок, то мы увидим, что здесь был енот. Еще один енот в копилку. Ну, теперь нам явно наверх надо двигаться. Здесь еще что-то есть. Мусоросжигатели. Поэтому
есть смысл осмотреть территорию. Так, у нас здесь документ. Сентябрьский осмотр, вторая неделя. Мы наконец-то получили новый браслет, так что можем приступить к осмотру зоны сноса. Не думаю, что недавние сообщения о проблемах с мусоросжигателем серьезный повод для беспокойства. Скорее всего, забился крупным мусором. Как закончу с этим отчетом, пойду туда сам и разберусь, в чем дело. Ага. Значит, дядя туда спустился. Мусоросжигатель. Значит, и нам нужно туда пробраться. А вот и он. А вот тут и щитки. Значит, пригодятся. И браслетик пригодится. Браво. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Так, нам нужно быстро решить загадку сейчас, иначе нас спалят. У нас вот этот электрощиток подает электричество. Да? На первую коробку. Первый механизм. Ускоряем его и... перегревается, взрывается. Такс, еще одна. Еще. И последняя осталась. Замечательно. Главное, что они были обесточены. Как они тогда... Как тогда электричество-то подали? Как они открылись, в смысле, если на них электричества не было? Мусоросжигатель. Ну, мы все обошли. Здесь все синенькое. Больше ничего не осталось. Уровень доступа посетитель. Так, и мы попадаем еще одному. Не знаю куда, в мусор. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Where's Leon when I need him?